Оплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Соответствующие изменения были внесены накануне в Налоговый кодекс Российской Федерации. При изменении срока уплаты и порядка его уплаты без изменений остался порядок предоставления и подтверждения льгот по данным видам налогов. Хотелось бы напомнить, что Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы уже начали в августе текущего года рассылку налоговых уведомлений. И напоминаем, что свою обязанность по уплате налогов необходимо исполнить не позднее 1 декабря 2016 года с целью избежания негативных последствий в виде начисления пени и принудительного взыскания данных налогов. Налог на имущество в этом году будет рассчитан еще исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. За 2015 год начисления еще на территории Челябинской области пойдут по инвентаризационной стоимости. По кадастровой стоимости, оценка которой проведена в этом году, начисления будут за 2016 год по сроку уплаты в 2017 году. Налог на имущество, транспортные и земельные налоги, начисленные за 2015 год, необходимо оплатить до 1 декабря.